Всем доброго, это Андрей Года. И мы смотрим вот это. Дед Мороз, я на ты. Это трёпок, как мы видим. Вот это всё. Так, всё вообще. Дедов. Ты тадрав! Ты меня тадрав! Тмарь! Я тебе че? Убью. Ё-моё! А, вот сволочь! Ну сама такая. Ах ты, ёб твою мать! Бабка пися. И... Эппа! Вот ты сейчас... Ты... Иди сюда. Мы метим мои... Вот тут такая моя. Все видит что-то. Вот это. Вот это. Бэ. Алло, 1-2. О, привет, сэр. Друг, я снимаю видео. Да нет, заявку. Приглашение, заявку. На сайт.
О, дом из Майнкрафта! Дук! А где Драсти? Подписчики. Я снимаю. Да. Драсти. Саша, а чё ты мне не звонил? Да мне надо ёлки. Снять. О, 13 минут. Да мне надо ёлки. Я вообще в воду подпишу. 1-7-0. Подпишу. Я знаю. Как? Как? Я знаю, почему я сегодня смотрел твой видос. И ты подписан? Ты подписан канал? Да. Только потом. Завтра я подписался на тебя. Да, ты да, какой? Да, ты какой? Диван, ты я спою. Диван, ты я спою. А тебе надо? А тебе надо скинуть? А поеду. А поеду я. Я сниму. Я сниму видео. Кто синий? Космай? Ну? Ну? Ой! Ой! Нахуя? Что будет, если снизить свою репутацию до нуля? Сбить ее можно за оскорбление и грош считать. Задание на мама! Использование багов. Итак, у вас репутация 7. А, пожалуйста, не все играть с тиммейтами. Нельзя играть рейтинг матчем, а вот при репутации 19 доступна игра только с ботами. Что будет, если снизить свою репутацию до нуля? Сбить ее можно за оскорбление. С тех пор, как мы с мамой забрали у папы яблочный сок из ТикТока, он от них запрет. Ты сам не свой последний. Я сам не свой, надо смотреть почему. Вот, слушай, ничего, давай еще посмотрим, чего ты здесь не открывает нас. Я вернулся. А перебьет! Смотри, ваш книгу, попробуй, на камеру говорит Макс. С тех пор, как мы с мамой забрали... Больно моя. Больно моя. Слушай. Я будет хапнуть. Ну юзкая какая-то. Ну нафиг! Пойти куда-то. Да мне понятно. А ты любят давать. Я тебя сам убью. Я байчик. Бухой. Как сеют. Что там? Можно там сеять? Я знаю. Что еще там может? Hit in the gut. О, давай. Я бухую. Иди сюда. Зомби я. Go!
Он все закрутил. Иди сюда!